сразу три спецстоянки для бесхозного транспорта и для эвакуированных ГИБДД автонарушителей. Вопрос их создания стал одним из наиболее резонансных на последнем совете депутатов. Что за места планируют определить под площадки и кто, возможно, будет заниматься их эксплуатацией, расскажем в сюжете. Улицы Карла Маркса, Механизаторов и Лавровская дорога. Офисное здание и три земельных участка предлагают передать новому юрлицу для обслуживания спецпарковок. В состав публичного акционерного общества «Клинпарковка» войдет муниципалитет, второй акционер – коммерческая организация. ПАО «Клинпарковка» займется эксплуатацией этих штрафстоянок. Акционерное общество будет создано специально для возможности получения дивиденда от использования данных земельных участков для складирования. То есть администрация в последующем будет получать денежные средства за их использование как акционер. Пока депутаты рассмотрели запрос на создание нового предприятия, точный состав участников акционерного общества определят позже на собрании учредителей. Члены совета активно включились в обсуждение этого запроса. Количество бесхозных. В настоящее время по анализу необходимости каждая автостоянка приблизительно будет рассчитана на 100 автомест. Большинство депутатов поддержало создание ПАО «Клинпарковка». Затем законотворцы перешли к рассмотрению вопросов по корректировке бюджета округа. Еще один из протокольных, но при этом приятных моментов – вручение депутатам удостоверений. Их торжественно выдала глава округа.